Всем любителям бокса привет! У меня на обзоре боксерские перчатка бренда Вали. Американский бренд. Пошил перчаток в Пакистане, как и большинство брендов. Процентов 80, которые размещают свое производство в Пакистане. На обзоре 16 унций. Перчатка в бордовом цвете. Перчатка довольно красивая, с качественной баловьей кожи. Посмотрите, какая кожа печать, знак вали и надпись вали. Перчатка идет зауженная. У кого узкое запястье, учитывая, что даже это 16 унций, это вот идеальная, идеальная фиксация именно узкого запястья. Вентиляция под фалангами пальцев, вентиляция на ладони, вентиляция на большом пальце. Везде качественные, посмотрите, двойные швы. Пошив очень качественный. Пакистан, но пошив вот реально премиальный пошив этих перчаток. Узкая липучка, дополнительная вставка, чтобы не было обратного залома. Липучка ложится четко в потай, ее здесь достаточно вполне. Сама липучка вшита в шов. Внутренняя подкладка не атласная, а вот такой материал, влага отводящий, специальный материал, довольно приятный. Но горловина с широкой резинкой довольно узкая. Вот с бинтами немножко проблематично вставлять руку в эту перчатку. Перчатка зауженная, как для 16 унций, и небольшая. Она выглядит как 12 унцовая перчатка. С внутренней стороны присутствует около сантиметра два наполнителя по всей длине практически перчатки. И с тыльной стороны около двух сантиметров довольно жесткий наполнитель. Хорошее расположение большого пальца. Классическая форма боксерской перчатки. Правда, немножко зауженная о посадке. Окружность ладони 23 сантиметра. Вот рука, то, что я говорил. Видите, вот резинка, как бы для моей руки даже, она как бы здесь лишняя. Вот с большим трудом через эту горловину проходит рука. Но внутри отсек карман довольно просторный, с бинтами. И перчатка реально не выглядит большой. Она ближе к 12 или к 14 унциям, но не к 16 хорошая плотная посадка, полный дожим. Идеальная фиксация. Обратного залома нет из -за этой вставочки. Перчатка как шарик. Чем-то похожа на файтинг по форме. С хорошей ударной поверхностью, посмотрите. И для 16 унций она небольшая. Специальная площадочка внутри, чтобы вы не зашел, дожимали, хотя здесь дожим не нужен палец пришит кожаной небольшой узкой полоской к основной перчатке и полный дожим. Интересный бренд, качественная кожа, качественный пошив. Ценник на официальном сайте 85 долларов. Очень интересная перчатка бренда Вали. Вес перчаток заявленный 16 унций. Реальный вес Правая 1559 и левая 1570. Вес практически соответствует заявленному. При небольших компактных очень размерах качественный пошив, качественная кожа, немножко зауженная перчатка с идеальной фиксацией запястья бренда Вали.